Цыпа, давай выберем рецепт для новогоднего пирога. Так, яблочный уже был, лимонный тоже. Точно, малиновый. Нам понадобится мука, сахар, молоко и малина. Закончилось? Что же делать? Да, попросим у Тучки. Привет, у тебя не найдется малины для праздничного пирога? Конечно, скоро принесу. Пока я буду делать тесто, ты можешь посмотреть мультик или послушать музыку. У меня в Нетариф Джуниор есть много всего. Привет, лисичка! Я принес малину. А я мед. Спасибо, мальчики. Поможете накрыть на стол? Объедение. Спасибо, лисичка. А теперь давайте танцевать.